Итак, ребята, всем привет, на связи Евгений Ванин. Сегодня я беру интервью очень известного инфобизнесмена Евгения Вергуса. Евгений занимается партнерскими программами, и не только ими занимается, но еще и выигрывал в разных конкурсах. Я знаю то, что у Азамата и многих других инфобизнесменов, которых продавал инфопродукты. Жень, привет. Привет, привет. Вот, первый вопрос мне к тебе. Многие, наверное, интересуются, сколько можно зарабатывать на партнерских программах. Вот сколько именно ты, примерно хотя бы, я понимаю, что подсчитать очень сложно, заработал за все это время денег на продвижение партнерских продуктов и программ? Ну, наверное, сложно сказать, да, потому что, когда занимаюсь инфобизнесом и партнерками, ну, сразу сказать, сколько заработал на партнерках, ну, наверное, более 3,5, может, 4 миллионов, я точно не могу сказать, за, ну, сколько, за 4 года, получается. Естественно, нужно понимать, да, что когда я только пришел, тогда заработки были мизерными, и как бы основной доход это уже вот последние 2 года. Ага. А много у тебя времени вот ушло на то, чтобы начать зарабатывать первые деньги? То есть для этого что пришлось вообще тебе пройти? Да? Потому что многие приходят, у них сразу что-то не получается, они сразу говорят, что это все фигня и не работает. Ну, наверное, во-первых, как бы зарабатывать я на партнерках стал быстро, да? Первый заработок случился на 2 месяц, заработок был с блога, с баннера на моем блоге, и, соответственно, я понял, что как бы, ну, за месяц, на 2 месяц, да, в течение всего месяца было заработано 9092 рубля. Это сумма, которую я заполнил надолго, да, это был первый такой, ну, более-менее солидный заработок, и я понял, что на партнерках можно заработать. Как бы не было каких-то, да, приложено определенных, ну, больших усилий для этого, но потом, естественно, дохода не было, да, лишь по одной простой причине, что партнерские программы, они только, ну, скажем так, в них можно зарабатывать только тогда, когда ты постоянно систематически ими занимаешься, да. Когда я начал развивать свой блог, когда я его сделал, я проходил тогда обучение у Евгения Ходченкова и Михаила Гаврилова, тогда еще был «Твой старт», бесплатный курс, соответственно, поставил их же блог. Соответственно, мы с клиентами, вернее, с участниками общались, я им помогал на своем блоге, да, соответственно, так как они знали, что такое «Твой старт», тоже кликали по этому блогу. Ну и когда были продажи в конце бесплатного курса, был предложен платный, соответственно, я за вечер заработал сразу более 5000 рублей, и в течение месяца вот 9092 рубля. То есть, вот, как бы, ну, скажем так, что не было, да, каких-то особых усилий приложено, просто я помогал людям, отвечая на их вопросы, всегда отвечая на комментарии. И таким образом это была, скажем так, можно назвать даже, да, благодарность, то есть за мою помощь. Они сами, не зная того, кликали по баннеру и, соответственно, закрепились за мной. Ну, дальше, естественно, продаж не было, потому что я уже, ну, систематически этим не занимался, потому как я пришел в интернет, да, так как и все, просто за заработком, начал там изучать какие-то там продажи ссылок, ну, всякую фигню, короче, ага, скажем так, которая неэффективна. И только уже где-то на 3-4 месяц я начал уже, ну, достаточно серьезно, да, увлекся именно партнерками, потому как понял, что если хорошие деньги принесли, ну, то есть пришел доход тебе, да, в самый первый месяц, да, именно на партнерках, то значит нужно этим и заниматься. Ну и постепенно начал развивать свой партнерский маркетинг, и уже, наверное, где-то на 5-й месяц примерно я вышел на стабильный доход, вот в районе 30 тысяч в месяц тогда еще, в начале 2012 года, вот так вот скажем. Ну, естественно, ты задал вопрос, да, что стоило пройти. Можно сказать, да, огонь и воду. Почему? Потому что есть такой момент, который я называю ямой, ну и все его называют, да, когда у тебя получается что-то, вот как в моем случае, да, я быстро заработал без особых усилий первые деньги, понял, что деньги в интернете есть, и начал этим заниматься, но потом как бы не было дохода, он был минимальный, и, соответственно, пришлось пройти через многое, да, чтобы переломить себя, выскочить с этой ямы и, естественно, уже начать заниматься, ну, достаточно серьезно партнерскими программами. То есть вот таким вот образом. Пробить потолок, как говорится. Ну, тут, да, тут даже, наверное, даже не потолок, а когда ты вот, да, в
впервые получаешь деньги, а потом их как бы нет, получается вот такая грустно. Яма, и большинство сразу здесь бросают. Ну, наверное, 97% ломаются именно вот в этой яме, они остаются. Им не хватает вот этих одного-двух шагов, чтобы выкарабкаться и пойти дальше. Ну, по сути, надо просто повторить схему, которую ты уже до этого использовал. Если она рабочая, просто берешь ее, повторяешь и получаешь те же самые результаты, если не лучше. У меня, честно сказать, то же самое было как-то с первой моей компанией, которую я продвигал, и тоже получилось, что я остался вообще без заработков. Ну и через 2 месяца повторил схему и опять начал деньги эти зарабатывать. У меня теперь второй вопрос созрел тогда. Какие партнерки у тебя больше всего пользуются популярностью? Это партнерки сервисов, да, где люди платят постоянно деньги, да, потому что есть, допустим, там хостинг, там еще что-то. Вот, либо партнерки инфопродуктов. Просто инфопродукты – это как бы единичная продажа, вот, а партнерки сервисов, да, это продажи постоянные. Вот есть ли у тебя какая-то статистика, да, какие партнерки приносят, ну, максимум отдачи, максимум денег? Ну, в общем, смотри, получается, что первый приз, да, который я выиграл в партнерских программах, это был приз партнерки хостинга. Я тогда занял 3-е место, и я тогда был всего лишь меньше года в интернете, да, и я тогда понял такую вещь, что если я, человек мало кому известный, в хостинге занял 3-е место по партнерке, соответственно, эта ниша не настолько уж забита, да, потому как активно, скажем так, рекламировать даже партнерки хостинга, ну, мало кто, ну, что, это обзор, да, на блоге, там баннер висит и так далее, то есть нет каких-то таких элементарных вещей, которые могут постоянно приносить доход. Я сделал по-другому. У меня есть до сих пор, который был курс создан еще в начале 2012 года. Он сейчас обновлен, он существует до сих пор. Курс по созданию сайта. Курс бесплатный, он отдается за подписку. Но так как сайт создается, ну, блог создается на WordPress, да, то, соответственно, для этого нужен хостинг. И в курсе показано, как это все сделать на примере моего хостинга, да, партнерского. Ага. Ну, я TimeWeb рекламирую и сам его и использую. И таким образом получается, что человек решает свою проблему, да, он получает бесплатный курс по созданию сайта, сайт ему нужен по каким-то причинам, которые ясны только ему, да, скажем так. Соответственно, я решаю, закрываю проблему клиента, даю ему возможность сделать сайт совершенно бесплатно. Но так как в любом случае нужно делать профессиональный сайт, да, нужно иметь хостинг. Соответственно, за хостинг нужно платить, и в курсе тоже об этом сказано. Там же я говорю, что нужно ввести мой код, там, да, там, промокод, партнерский, ага. Да, и соответственно, таким образом зарабатываю на партнерке хостинга. За 4 года на хостинге TimeWeb я заработал более 450 тысяч рублей. Это что, понимали, да? Это бесплатный курс, да, то есть мы получаем подписчика, так как он нам приходит в рассылку, да, мы решаем проблему клиента, мы зарабатываем на бесплатном курсе путем заработка на партнерке, и, соответственно, эти подписчики остаются у нас в рассылке, а наш бесплатный курс делает нас, соответственно, ну, вернее, делает наших подписчиков лояльными к автору, да, в том, ну, в данном случае ко мне. Соответственно, человек получает не просто какой-то там, ну, что, чек-лист, да, он получает реально подробный видеокурс, который длится 5 дней, там показано, как все это настроить, как создавать страницы, записи, что должно быть в начале и так далее, там файл robot.txt, ЧПУ ссылки, то есть я даю в бесплатном курсе достаточно много полезной информации. Таким образом, как бы мы тут убиваем не 2 зайцев, а, наверное, там пару десятков, да, зайцев валим сразу одним выстрелом, скажем так. Это вот о том, что о хостингах сервиса, да. Ну, я не скажу, что это прям единственный такой источник, и нельзя определить, что лучше, что хуже работает. У меня работает и партнерки сервисов, и партнерки инфобизнеса. Главное, что даже в партнерском маркетинге я всем своим ученикам стараюсь, ну, объяснять, что не нужно распыляться, нужно выбирать какую-то узкую нишу. Вот я занимаюсь партнерками, но я занимаюсь не CPA-партнерками, да, в основном инфопартнерками в нише инфобизнеса. И когда вы не распыляетесь, а вы занимаете свою конкретную нишу, у вас такой, ну, скажем так, да, как вот штурмовик, да, там автоматчик, пулеметчик, он стреляет по
большой площади, а снайпер стреляет точно в цель. Ну вот мы должны в роли снайпера выступать, то есть мы должны выбрать свою узкую нишу и четко как бы бить, ну работать в этой нише, да? Тогда мы, ну это получается более эффективно, да? Или у тебя получается 1000 патронов вылетает в сторону и один только попадает там в врага, да? А у снайпера один выстрел, один, скажем так, убитый враг. Поэтому вот эти вот вещи тоже стоит понимать. Если вы будете применять это в партнерском маркетинге, то достаточно работать в узкой нише и зарабатывать, ну, я не знаю, сколько там, 300-400 тысяч в месяц, это как бы не такие уж какие-то там огромные деньги для партнерок. Проводя последний свой онлайн-реалити тренинг, да, там мной было заработано в рамках реалити за 24 дня. Все 120 учеников, которые там были, они все это видели, были отчеты ежедневные. То есть там более 300 тысяч было заработано на партнерках вот в прошлом месяце. Ну вот 2 ноября закончился у нас как раз реалити. А ты часто их проводишь, реалити такие? Примерно один раз в 2-3 месяца. Почему? Потому как в реалити я по полной выкладываюсь, да, и ну, много энергии это отнимает реалити. Ну, понятно, да, конечно. Ты постоянно понимаешь, помимо того, что я даю информацию обучающую, я же еще показываю, что конкретно я делаю по шагам в течение всего этого реалити. Соответственно, для этого нужно не только что-то делать, да, и показывать, нужно еще записывать отчеты, и ты сам знаешь, как это, что конвертировать видео, все это загружать, все это отнимает, ну, достаточно много времени, поэтому я примерно где-то недели 3 как минимум всегда отдыхаю после таких реалити. Понятно, Жень. Ну вот смотри, мы плавненько перешли к тому, откуда же брать трафик, да, то есть понятно то, что продажи продажами, да, но без трафика продаж все равно не будет. То есть какие источники трафика ты используешь для продвижения партнерок, то есть партнерских товаров, там, партнерских сервисов? Ну, естественно, это свой блог, да, когда ты там пишешь различный интересный полезный контент, со временем занимаясь продвижением, со временем приходит поисковый трафик, да, это раз, то есть идет как бы поисковый трафик, идет как бы, есть канал на YouTube, тоже развиваю, конечно, есть социальные сети, но это уже работает, когда ты, скажем так, ну, более известен, да, когда есть у тебя там бренд и так далее. Ну и, конечно же, самое главное, это своя подписная база, я не скрывал, не собираюсь скрывать, что основной трафик приходит со своей базы, да. Я занимаюсь постоянно пополнением своей базы и, соответственно, стараюсь как бы делать основной упор именно на это. То есть у меня есть своя база, у меня есть свой блог, и вокруг блога, да, вот этот вот как бы партнерский маркетинг, инфобизнес, все это как бы закручено вокруг, именно вокруг блога. Это моя стратегия, именно так я работаю. Я не советую, да, новичкам как бы, ну, отдавать, скажем так, трафик чужим дядям, да. Зачем отдавать трафик в чужую партнерку просто так, если ты можешь сделать какой-то, пусть недорогой, но бесплатный продукт, да, и, соответственно, получать людей себе. Если ты получаешь подписчиков себе, дальше ты можешь их монетизировать через серию писем по партнеркам, если у тебя нет товаров, да, либо через, ну, просто через рассылку, да, когда ты одиночное письмо берешь и отправляешь. Таким образом, у тебя постоянно, да, получается, ну, есть своя база, ты ее постоянно наполняешь и можешь в любой момент привести целевой трафик на партнерскую программу. Естественно, трафик должен быть целевым, и естественно, ты должен заниматься, как я сказал в предыдущем вопросе, именно своей узкой нишей. Да? Mm-hmm. То есть, если у тебя это заработок, то не надо там рекламировать похудение и всякую хрень, там, ягоды Годжи, да, и все остальное. Или там CPA-партнерки, там, хомяков, там, и так далее. То есть, если ты работаешь именно в нише CPA-маркетинга и продаешь именно физические товары, соответственно, это вообще другая тема, и тут как бы, ну, достаточно сложно работать с базой, да, потому как, ну, если человек покупает хомяка говорящего, не факт, что он купит портмоне или там еще что-то, да, то есть, как бы, ну, здесь уже достаточно большая такая аудитория и целевых посетителей, целевых клиентов, целевых подписчиков очень сложно выбрать. А если ты работаешь в какой-то конкретной нише, да, вот как я, например, в нише там партнерских программ и инфобизнеса, все, у меня, то есть, как бы целевая база набирается именно по этим вещам. Причем у меня есть свои страницы захвата, это бесплатный курс
бесплатный видеокурс, как начать зарабатывать на партнерских программах. И вторая воронка, это две основные, да, о том, о чем я говорил ранее, бесплатный курс по созданию сайта. То есть у меня как раз таки целевые посетители, да, целевые для моей базы, то есть те люди, которые создают блог, так как они хотят это сделать, и соответственно это показано в моем курсе. И блог нужен для партнерских программ и знания хостинга, доменов, без этого никуда ты не денешься при правильном подходе к партнерскому маркетингу. И курс именно по заработку на партнерских программах. То есть все, у меня есть целевая аудитория, которую я постоянно набираю и которая получает от меня проверенные качественные предложения по решению, скажем, таких вопросов, да, именно в сфере инфобизнеса, ну, и партнерок. Я понял, Жень, смотри, все-таки хотелось бы узнать, какой именно трафик ты используешь, да, то есть ты используешь Яндекс.Директ, там, ВКонтакте, Таргент, там, либо Facebook, потому что, да, смотри, я, например, пытаюсь дать рекламу, зачастую там каких-нибудь инфокурсов, да, и Яндекс.Директ не пропускает. Не пропускает, то есть дать рекламу, да, то же самое и ВКонтакте. Facebook к этому почему-то более лоялен, то есть когда я запускаю там таргетированную рекламу или какую-то другую покупаю, Facebook очень быстро там соглашается и, в принципе, идут показы. А вот ВКонтакте, Таргент, да, или там в Яндексе, да, то есть это как-то не работает. У тебя вообще есть такие случаи в твоей практике, то что Яндекс.Директ не пропускает там твои продукты, либо продукты, которые ты рекламируешь? И что с этим ты делаешь? Ну, такое бывает, конечно, но опять-таки, Фейсбуком я не пользуюсь, привлечение, да, скажем так, на платной основе. ВКонтакте использую только ретаргетинг. То есть я как бы тоже не делаю там рекламу на свои продукты, так как это, ну, реально сложно там протолкнуть, хотя и можно. Ну и как бы я не являюсь специалистом именно по привлечению трафика с ВКонтакте. Директом я пользуюсь, я привлекаю трафик на свои бесплатные воронки, причем проходит это все без проблем. Нужно просто соблюдать определенные моменты, должны быть указаны контакты, должна указана быть политика конфиденциальности, и по большому счету проблем как бы с этим нет. Даже вплоть до того, что я проталкиваю в директе ретаргетинг со своей фоткой. То есть есть реально моя фотография, хотя многие знают, да, что фотографии людей, они запрещены как бы в Яндексе, и такие картинки в основном не проходят. То есть с Яндексом немного проще. Если ты там не рекламируешь, да, всякий обман, типа там похудения и всякой прочей хрени, то и там какой-нибудь, ну, левые курсы там сервисом, возможно, Глопар, да, какие-нибудь там непонятные, то как бы протолкнуть нормальные курсы даже по заработку можно. Вот реально моя воронка, то есть моя страница захвата, где написано, как начать зарабатывать там на партнерских программах, даже если ты полный новичок, это все как бы проходит очень спокойно и элементарно, без всяких проблем, потому как там соблюдены определенные моменты. Я имею в виду, да, политику конфиденциальности, страницу контакты там на автора и так далее, то есть эти все вещи. Что касается основных источников трафика, то я тебе говорю, что да, я просто забыл сказать, что еще использую директ, конечно же. Естественно, поисковый трафик, естественно, директ и, соответственно, естественно, YouTube, социальные сети и, конечно же, я использую именно свою базу, да. А базу привлекаю я из директа, из поискового трафика, да. Почему? Потому что у меня, когда человек приходит также на блог, у него выскакивает поп-ап окно, где предлагается получить доступ к курсу, как сделать сайт легко и просто, бесплатный. Соответственно, таким образом у меня подписчики приходят также еще из поискового трафика. И также у меня уже есть знакомые, да, когда мы инфобизнесмены, и, соответственно, мы также обмениваемся трафиком, то есть рекомендуем друг друга, да, когда происходят какие-то мероприятия, и тем самым также пополняется база. То есть я в любом случае, что бы там ни было, я всегда стараюсь делать упор на увеличение базы. Таким образом, трафик у меня есть всегда. Я отправил письмо, я получил там 2-3 тысячи кликов. Все. Другой партнер, он не может этого сделать лишь по той простой причине, что он не может сразу получить в день там 2-3 тысячи кликов. Вот как бы и все.
То есть у меня основной упор на базу, как я уже сказал ранее, я этого не скрывал, не собираюсь скрывать. Я работаю именно так. Это, наверное, твой секрет того, что ты выигрываешь практически во всех конкурсах. Нет, это не секрет. Секреты немножко другие, как бы, потому как в конкурсах участвуют тоже авторы с базами, и базы у них побольше, чем у меня даже есть. Ну, почему-то не могут они никак меня обогнать. Есть определенные моменты. Понятно. Женя, вот я смотрел, и, наверное, вот, ну, в течение всего интервью многие люди захотели бы у тебя обучаться. Да, я видел то, что у тебя обучение стоит, ну, достаточно дорого для многих, да. Хотя, в принципе, ну, для меня это как бы нормальная стоимость, да, то есть от 100 тысяч рублей в месяц. Вот, есть ли какая-то вообще альтернатива обучению у тебя, и какой курс ты посоветовал бы пройти, да, новичкам, тех, кто вот только-только начинает, можно сказать, первые шаги свои в партнерском маркетинге? Ну, в общем, для того, кто вообще совсем новичок, конечно, нужно начинать с бесплатного. У меня есть воронка, да, о которой я говорил, именно, ну, страничка, да, на которой предлагается приобрести, не приобрести, а получить за подписку курс, как начать зарабатывать на партнерских программах. Это несколько видеоуроков, из которых человек вообще поймет суть партнерского маркетинга. Это раз. Во-вторых, скоро будут доступны записи реалити, которая проходила вот буквально, да, в ноябре в этом месяце. Соответственно, сейчас готовится все это дело. И, соответственно, у меня есть очень доступная система обучения мастер партнерских продаж. На нее действует сейчас скидка, и там реально можно за 2700 рублей всего лишь получить доступ, да, к закрытому сообществу, да, где, соответственно, человек может проходить обучение, выполняя домашние задания. То есть он получает доступ к очередному дню записи вебинаров и, соответственно, получает доступ к видеоурокам к очередному дню после выполнения домашнего задания, отправки отчета, соответственно, нашим помощникам. Мои помощники все это дело проверяют, и после этого человек получает доступ к следующему дню. Это реально тот же тренинг, да, только это запись тренинга, и человек уже проходит в удобное для него время на самостоятельной основе. Конечно, там действует огромная скидка, и как бы 2700 рублей – это не такие уж большие деньги, да, чтобы начать, ну, получить реально все те знания, которыми я сейчас владею. Записи, конечно, последнего реалити, они будут, ну, намного дороже, лишь по той простой причине, что там максимально, ну, скажем так, свежая информация, да, и, соответственно, используются уже новые фишки, новые моменты, новые там секреты, которые я использую именно вот в данный момент. Так как партнерский маркетинг, он тоже, да, меняется, в интернете все движется, постоянно идут определенные изменения, и, соответственно, именно то, что новое, то, что свежее, оно работает намного эффективнее. Хотя даже самостоятельное обучение по записям, да, вот в моей системе мастер партнерских продаж, соответственно, оно тоже эффективно и, ну, достаточно сильная, мощная система. То есть в любое удобное время проходите, выполнили задание, отправили отчет, коуч проверил, все, как бы вы получили доступ к следующему дню. Не справились с заданием, пока не выполнили, вы не получите доступ. Ну, это самое, кстати, очень интересная такая методика, потому что многие покупают курсы, да, то есть, ну, я сам по себе даже сужу, не по людям другим, да, то есть покупаешь вроде бы курс там, на первых этапах это со мной случалось, когда посмотрел первый урок, думаешь, блин, что-то не то не получилось, переходишь к следующему, потом к третьему, в итоге первый не сделал. И таким образом просто просматриваешь курс, не выполнив ни одного задания, а потом думаешь, на что-то ничего не получается. Вот. И как раз вот эта вот система, я думаю, идеально подходит для тех, кто именно таким образом изучает курсы, как я раньше начинал. Так вот, смотри, я же сейчас начал следить как бы за этими отчетами, да, там отчеты же проверяют мои помощники. Ну, все это все равно приходит мне на почту, изредка я как бы заглядываю, да, когда есть время. Что там к чему. И получается, что люди уже начинают зарабатывать на третьем-четвертом занятии, те, кто внедряет. Хотя, когда идет тренинг, то, ну, процент получения, скажем так, дохода, да, на начальных уроках, ну, на начальных днях, он меньше, чем в этой системе. Почему? Потому что, ну, люди работают, никто, ну, мало кто, да, внедряет, применяет. А здесь у тебя как бы нет
скажем так, ну, варианта, да, получить доступ, если ты не выполнил домашнее задание. То есть тебе в любом случае надо сделать домашку, а если ты делаешь то, что тебе говорят, то ты, блин, ну, в любом случае ты получишь результат, если ты все сделал как надо. А когда мы делаем тяп-ляп или там выбираем только часть уроков, да, или вот как записи даются, человек может листать где хочет, правильно ты сказал. И неизвестно, начнет ли он с первого урока, или он начнет с седьмого, или с первого прыгнет на девятый. То есть, как бы. И здесь уже нарушается вся структура. А тут человеку, ну, у него нет шансов просто-напросто, да, да, ему надо выполнить домашку, и тогда он сможет получить доступ. Поэтому эффективность больше, вот в чем вся фишка. То есть люди начинают зарабатывать уже там на третий, четвертый день. И благодарны, пишут это все в отзывах. Кто-то не может получить там заработок, да, там в первые дни. Но опять-таки, здесь все зависит от человека. Как, насколько эффективно, насколько грамотно, да, он внедряет полученную информацию. Ну, все, Жень, я тебя прекращаю тебя больше задавать вопросы. Огромное тебе спасибо за ответы. Я думаю, те, кто нас слушает и будет смотреть это видео, найдут для себя что-то новое. Все ссылочки, о которых Евгений говорил, также будут находиться внизу под этим видео. И, в принципе, на этом все. С нами был Евгений Вергус. Огромное тебе спасибо, Жень.